Все персонажи головоломки в киндерах! Крутим! Трейлер головоломки 3, давайте смотреть! Ралли подросла! Радость говорит, посмотрите, у них... Они в рот к ней заползли! Фу! Что с радостью случилось? Фу, господи! Наш Соник сошел с ума, слетел с катух, вообще посмотрите! Бабушка, спаси, спаси! Бабка со сковородкой! Фига себе! Головоломка стала ядовитыми змеями! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3... Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Ядовитая головоломка, кошмарный Соник и приключения кота и бабки, всем привет! Привет, друзья, мы на Валеришка Геймс! Это грусть, нет, это зависть, стой, ребята. Стоп. Ее закрыли. Это все было... В туалете, это все брезгливо сделало. Да. Кто это? Это Пол вылазит. Пол? Фига себе. О, господи. О, нет. Это что за трэш? Что происходит? Ты, по-моему, перестаралась со своим пранком. Да. Она грустит по ней. Блин. Капец, так жалко. Зависть жалко. Они смеются. Это краска была. Ребята, это пранк. А вы что подумали? Не делай никогда пранк, потому что вы тоже могут. Вот так, например. Состригли ночью и все. О, нет. Теперь я лысая. Ха, очень смешно. У тебя тоже волос много, можно твои тоже состричь. 5 часов спустя. Я буду мстить, и мстя моя страшна. Она пошла принимать ванну. Стриги! Вау. Пираньи. Это сороконожки или черви? Фу, они ее поглотили. Она тебе волосы отрезала, так, ты ребята, ее съела. Слушаем внимательно и угадываем. Лера, угадаешь вообще? Oh, that's a great idea. I'm envy. Есть идеи? Ребята, what a motion was that? That's on we. That's on me. That's on me. That's on we. Ну, Лера, что не угадала? Ребята, кто угадал, напишите в комментариях. Что это за песня? Очень популярна. Любовь моя, приди за мою пару. Ну, Лера, называй уже. Все, поэтому, поэтому, поэтому. Да, надеюсь, что не будет догадаться. Лера молчит. Так, ребята, и сегодня мы с вами распаковываем киндер-сюрпризы. Головоломка. Давайте смотреть. Все персонажи головоломки в киндерах. Крутим. Давайте. Кто попадается? Покрутили. Первый раз что не получилось. Не то выпало. Так, простите. Это у нас тревога. Что же внутри? Открываем. Давайте. Друзья, сегодня очень много крутого. Обязательно смотрите серию до конца. Будет в конце классная история про нашего кота Арчи с бабушкой. Так, и ну что внутри? Тревожный карандаш. Это все, смотри, тревожный карандаш. Оно мягенькое. Тревожная линейка и тревожный... Блокнотик. Это блокнотик, ты думаешь? А что ты еще думаешь? Давайте смотреть. Ну, интересно, что там внутри есть? Или это просто так пожмакать? Да так, просто. Да, наверное, просто, друзья. Кто хотел бы в киндерах выиграть какую-нибудь персонаж головоломки? Я. Лера бы хотела. Да, ребят. Кто тоже, пишите в комментарии. Поддержите лайком, ребят. Ваши лайки нам очень-очень с Лерой помогают. Как... О, там есть блокнотик! Там есть странички! Имя? Его зовут... Грин? Грин? Почему Грин? Чё? Есть мысли. Почему, ребят, Грин? Почему Грин? Крутим дальше. Это будет кто? Это будет... Зависть. Причем даже он не Грин и не зеленый. Это зависть. Так что внутри зависти? Тоже, наверное, какие-нибудь жмакательные штучки? Нет, другой квест. Ой, можно смотрите. Глазки делать. Да, и фотографировать. Сейчас мы будем с вами, ребят, фотографировать для паспорта нашу зависть. Чё? Вот, смотри, и жмакалка. Жмакалка. Так, и что, какие глаза соответствуют верхние? Невыспанные такие прикольные. Так, пора сфотографировать. Вот это красивее. Да, берем фотоаппарат. Тоже жмакать. А пленку вставить? Пленку забыли. Как, конечно. Так, вставляем пленку. Фотографируем. И зависть, улыбайся, тебе снимают. Чик. Так, и что у нас на первом слайде? Вау! Сразу же проявляются фотографии. Чик. Сердечком. Дальше. Вау. Классно, друзья. Спасибо, когда вам делают такие штуки. Ссылки будут в описании. Лайк не забудьте поставить. Да. Это я утром. А это ты утром. Ну это смешно. Прик, вообще уписанные тапки. Так, друзья, напишите в комментариях, хотели бы вы продолжение. Будем открывать остальных персонажей головоломки. Ну а пока головоломка стала ядовитыми змеями. Посмотрите. Радость, змеючка. Чего ты радуешься? Они... Воу, какая тревога волосатая.
Ой. Это, наверное, самое ядовитое, ребят. Черные это змеи. Черные змеи, они самые ядовитые. Ух ты, какая она милая! Это старая змея такая, знаешь, без зубов такая, уже не ядовитая совсем. Зависть. Какая у них пчелка. Так, это у нас брезгливость. Слушай, у нее один глаз прям закрытый. Страх нарядный. Страх собрался у нас, ребят, на рождение, на змеючное. Вау! Горящая змея. Огненная! Это этот... Ой, глаза у нее какие-то странные. Весь розовый такой. Оу! Вау! Вот это то, что ядовитое. Вот это самый крутой был, ребята! Райли. Милашка. Причесочка. Собака. Как зовут собаку? Ой. В шапке. О. О, бинг-бонг. Бинго-бонго-бонго. О. Это похоже на нашего страха. Они идут на одно свидание, наверное. Ага. Может, даже друг с другом. Вау! Это круто. Она вооружена была. Так, ребята, смотрим крутые приколюхи. Мемы из головоломки. Как бы выглядели персонажи, если их перерисовать? Серьезно, штангу согнуло. Слушай, у тебя прям дури немерено. Гнев. Давай, газуй, Райли. Страх. Страх, ты... Замираем на секундочку. Стоп-кадр! Вау, это очень смешно. Так, брезгливость. А, нет, у Райли 13 лет. Ура, со второй части. Вылетела резиночка. Простите, а где хвостик? А где брекеты? Непонятно. Ого, у него волос достается, как ручка, что ли? Я вас всех спасу! Вы кто такие? Уходите! Оу, ноу! О, нет! Ребята, я буду жить с вами, со мной немножко вещичек. Простите, я просто так хотела вам понравиться. Да, и что? Ворона на голове. Кстати, прическа похожа, ребята. Точно, ворона. О май гад, да, за зависти еще не было. А, нет, зависти было. Не, не было. Что с радостью случилось? Господи! Она заболела. Поймали кадр. Коронавирус. Смотрим, ребята, следующие наши маленькие шоты. О, нет, мячик упал. Прям в лужу. Ой, она еще ее подтолкнула. Слушай, у нас брезгливость такая вредина, ребята. Сейчас она и отомстит. Как в тот раз с червяками и с... О, нет, там оказались крокодилы. Там лягушки. Она же очень не любит таких персонажей, посмотрите. Брезгливость. Вот тебе лягушек. Она ненавидит лягушек, и ей подбросили в кровать целое ведро. Вау. Это карма. Они еще и размножаются. Они в рот к ней заползли. Фу, фу, фу. Воу-воу-воу. Фу, фу. Ее разорвало изнутри. Фу. А зависть радуется. Фу, радость. Смотрите, у нас этот, наша радость затарилась на праздник, на какой-то фантой. Взламываем замочек. Что у тебя там? Сколько напитков. Запас фанты. Вы ж помните, вам отомстят. Ого. Ого, их штырило, ничего себе. Ого, это фанта непростая, это фанта с приколом. Пришла вы что сделали? Мы твой холодильник вскрыли. О, простите. Зря вы это сделали. Теперь вы должны мне новый оранжевый сок делать. Да. Целая ванна апельсинового сока. Фреша, ребята, выжатого. Трейлер головоломки 3, давайте смотреть. Райли подросла. Радость говорит, посмотрите, у них какие-то феечки. Ребята, феечки. Так, и какие же будут у него воспоминания? Складываются. А что это за этот банк ее памяти? Походу. Pixar. Фан-мейдовский трейлер, конечно же, не факт, что это все будет. Давайте смотреть. Какие у нее будут островки? Вау. А куда они отправляются? Это было? Припуть загорелся. Это лампочка теперь у грусти? Идея. А, страх с ума сошел. У вобморок. Бывает. Это я, наверное, с ума сошел. В следующем году. О май гад, все рушится. Как, уже в следующем? В следующем? Обещали уже 26-м. Да. Будем танцевать. И входит новая эмоция. Кто же это будет, друзья? Очень интересно, любовь, наверное. Опа, здравствуйте. Кому нравится песня? А ты кто такой? Откуда у тебя мячик? Или мячик в дырочку? Он такой шоу. Он сейчас ему отомстит. Я здесь главный. Правый. Стейк, Чарли. О май гад! Эмоции! Головоломка стала стейками! Вау! Я такого трошака он не такой, ожидал. Ребят. Кто правый, ребят? Кто знает? Напишите, кто прав. Все, ага. Он взорвался. Такой прям покадровый взрывчик. Да. Он поджарился. Мистер, вы кто? Это что за червячок? Кто, ребят, кто знает? Я знаю. Знаешь, это что-то? Кто-то это красная ларва. Красная ларва? Она чуть сошла с ума. И решила поиграть в Майнкрафт.
Убила правого ноунейма. Вау! Какая офигенная 3D-графика, ребят! Это, ребята, было просто эпичный финал. Вообще. И сейчас мы с вами делаем, угадайте, кого? Кто это, Лера? Я не знаю. Енот, барсук, бобер. Нет, это Соник. Причем какой-то, ребята, новый, страшный. Кто шарит в Сониках? Напишите нам в комментариях. Я подумаю, это Ханивайки. Простите. Это, ребята, да, очень похож на Хагибаки. Может, кстати, с него и делали. Извините, реально, а вы кто? Наш Соник сошел с ума, слетел с катух. Вообще, посмотрите. Да. Он стал крипи. Ребят, пора. Откуда время этот пришло? Тренд пошел? Он достает персонажей и кушает их. Кто знает, откуда это все появилось? Это пустяк. И кого Соник этот любит кушать? И как его вообще зовут? Напишите в комментариях. Это Соник Экзе. Точно, Соник Экзе. Соник сошел чуть с ума. Ху-ху. Да-да, он говорит, сейчас поехала. Сойдете с ума. А, мы уже сошли с ума, спасибо, Нина. Красиво. Ребята, Пластилин, спасибо каналам, которые делают такие штуки, да. Ссылки в описании. Он и вот он, ребята, ночью. Который, это тот был, короче, страшный, а этот прям вообще ужас какой страшный. Это не Соник, это паука Соник. Да, это он когда переел свинюшек вот этих, которые, наверное... Вау, у него двойной рот. Во рту, во рту рот. Во рту рот. И у тебя в рот. У тебя рот во рту застрял. И рот во рту, и в рот во рту. Вы знаете, кстати, что он огромный рыцарь в городах? Так, погнали. И сейчас у нас что? Продолжаем. Мемы? Да. Да, нет. Ребятки! Ой, господи! Ребят! Нам знали бы эмоции головоломки, с чем их сравнивают. Они бы, наверное, просто бы... Они бы уехали. И что, третья часть не было. Оу, е! Надо их держись. Попалось. О май гад, это зло! Нет, давай, зажигай. Шашлыков наверху не хватает. Давай шашлык. Почти. Угольки. А где зубы? Почему зубы не все? Убрали! Простите! Так, страх. Ребята, нам нужна помощь. Нет! Это Капа. Она чужая. Нельзя было ее в рот вставлять. Задуваем. Ой, простите. Да-да-да. Было-было. Что теперь? А зубы? Нет, тогда покрасивее было. А зубы? Что еще во рту? А зубы? Извините, зубов не дорисовали. В это время наш... О! Привет! А грусти еще не было. Грусть, посмотрим на тебя. Простите! Зонтик, глянь, какой он с дырочками. Привет, привет, не привет, дай пять. Фу, у тебя руки такие потные. Простите, мне так стыдно. Прячься, одевай худи в пальто. Бицаки прыгать в банки. И прическа. Улет, ребята, смотрим историю про нашего котика и бабку. Посмотрите, они делают, кот делает зарядку. Танцы. Это, короче, у них по телевизору новый канал открыли, наверное, что ли. О, они с бабушкой вместе. Вау. О, тихо, спрячь чесак. Это просто я использую как зеркало, не волнуйтесь. Бабушка, осторожно! Бабушка. Ты зачем ее толкнул? Ребят, мы играем в эту игру на Валеришка Плей, на Валтера играет. Обязательно посмотрите. После этого видео переходите убегаем. На все наши каналы в описании, ссылочки после ролика. Извините, пожалуйста, я ваш сосед. Могу я вам оставить этого бездомного собаку? Он будет жить с вами. Что? Нет! Теперь я тут главный. Обалдеть, косточку будешь? О, короче, кот был подготовлен. Ты что, меня обдурить хочешь? Нет, не хочу. Ого, какие у тебя зубки. Побежали. Бежать надо, кот, спасай. Бабка, спаси, спаси. Бабка со сковородкой. Фига себе экшен. Ого. Посмотрите, ребята. Воу, сидеть, кот плохая штука. Кот мог его отбить. Я промазал, извините, пожалуйста. Видели? Лицо рыбки. Короче, невероятный эпичный файт кота и собаки. Кунг-фу просто. Рыбка такая. Бабушка подходит. Ой, мой хороший. Доловите рыбку. Бабка, ты что нам бросаешь? Положи на место. Хорошая, хорошая. Так, мы тебя сейчас отмоем. Окей, положи его обратно. Да подожди, да положи тут эту рыбку. Да хватит рыбку бросать. Опять драка. Сдайся, сдайся. Стоп, игра. Кота ушатали. Робот, становись злым. Робот, фас. Кусай его. Вау. А роботам так можно было делать? Такой, будь добрым. Победил. И фаталити. И кота... Швабры? Кота веником. Баб. Мы на голове? Да. Хватаем? Ой, робота убили. Ой.
Это мы кусочек прически бросили? Простите, нет, это ты бабушка, тайм-аут. Я кушать хочу. Извините, ребят, мне нужно отключиться, я проголодался. Котик Арчи хочет кушать. Да. Так. Эу! Не будешь ты кушать. Стопешечка, теперь это моя миска. Собака, ты не подофигела случайно? Это наша миссия. Я отомщу тебе. Вы тут первые были. У меня есть ствол. Ух ты! Видели, чё? Где он такой взял? У нас такого блин. Огонь, пожалуй, мне пора. Побежали. Ба! Давай я тебя... Ой, бабушке сдается. Бабушке тебя с собой забираем. Ой, мы все просто... Вентилятор сломался. Мы сдаемся, мы сдаемся. Сдаемся. Нет, мы не сдаемся. Прячемся. Это я сдаюсь, она не сдается. В нее стреляй, в нее стреляй. Собаку не трогай. Кот вообще психанул. Арчи, что ты делаешь? Сдаемся? Я предлагаю им сдаться. Хорошо. Мы все мы его сейчас отвлечем. Вау. Ой. Тапком. Тапком. Лови. Вау. Все, блин, теперь у меня нет. У меня есть второй тапок. Ладно, а что, кот, если мы с тобой потанцуем? Ну, помнишь, как в начале нашей истории? Да! Собака подыгрывает, смотри. Собака, это что, заяц? Ура! Это же моя любимая гимнастика утренняя. Сердечки. Тебя разбудят, кот, это все неправда. Опять он ест мою еду. Господи, меня опрокинули. А танцевать давай. Очень смешно, ребята. Ты так, хороший, что? Хороший. Не бей меня, пожалуйста, не бей меня. Короче, кот заносит лапу, чтобы его хлопнуть. Хорош. Ты... На глаз собаки, на глаз. Ты стремается. На тебя. Все, продолжение драки. Стой, подожди, подожди. Лови банан. Нет. Вау, заодно и полы протрёс. Прикольный трюк. Тебе смешно? Люблю тебя. Ты же они такие милые. Вообще. Мы ушли на улицу. Надо уйти, надо спрятаться, как кто-то с собакой. Бабушка делает себе... О май гад! Нужно попробовать, что там внутри. Что? Фу, какое. Может, хлопья себе? Да! Да! Лапки. Дай. Насыпаем ей хлопья. А, она сказала, это суп. Пожалуйста, кот, не лезь в мой суп, а ничего ни в коем случае не испорт. Соль? Посолим чуть-чуть. Давай. Вот как мы выглядим. Кот Арчи. Простите. Мышку? Я думаю, это тоже подойдет. Боже, бабка сейчас придет и будет кушать этот суп. Вот так по щечке хлоп. Может, еще я... Крысиный яд? Вы что, серьезно? Косточку дай сюда. Не, косточку мы не договаривались. Дай. Эу! Не ешь, шарик, 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 тихо, подожди. Бабка идет, палево. Убегаем. Ты ничего не делался с моим супом? Нет. Не, бабушка, я его охранял, стоял, сидел, смотрел. Попробуй. Ну что, нямка? Да! И собаке понравилось. По-моему, собаке нехорошо. Да. Бабка, 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 бабка! Бабушка. Ой. Вау! Ой. Нет, 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 нет! Бабушка, стой, подожди! Вот смотри, ей очень плохо. Ей очень плохо. Бабушка, съешь еще. Хорошая, хорошая. Вдогоночку. Бабушка такая, ты шо? Воу, кот, это уже серьезно. Это уже не шутки. И собака тоже. Пена с рта, посмотрите. Ребята. Что это какая-то агония, конвульсии. Бабушка, у тебя все. Вау! Что мы сделали? Она задыхается. У нее остановка сердца. Гренни, пожалуйста, не умирай. Не умирай, стой, подожди. Давай надо сделать машину сердца. Что же мне придумать? Я что, убил бабку? Вставай. Вставай. Бабушка. А все как в игре, смотрите, от первого лица. Да. Как он лапка ее бьет. Я попробую сделать массаж сердца, бабушка, но я пока хочу тебе на пузике. Ну, кот, кот, ну, пожалуйста. Тупанул, ну, прости кота, прости, Арчи, пожалуйста. Вау. Ребят, они что, погибнут? Я включу нашу любимую эту... Песню. Зарядку. Да, бабушка, вставай, она всегда встает утром на эту зарядку, а сейчас что-то не встает. Ей плохо. Блин, Арчи. Ребята, кот, что ты наделал? Блин, бабушка. Я убил ее. Не бросай бабушка, меня, не оставляй меня одного. Ты меня так пугаешь. Посмотрите, он плачет. Это все из-за меня. Да, это все моя вина. Это все эта вредная каша. Это суп. Плохой, плохой, плохой. Плохой суп. Плохой суп, плохой суп. Что ты наделал, кот? Да. А что там собака? Вау. Собаки тоже. Тоже? Они умерли. Я знаю, что нужно сделать. Размотать рулон туалетной бумаги. Много-много-много. Возьму чуть-чуть. Это не поможет, кот. Да. Вызывай скорую, придумывай что-нибудь. Да, я протру. Может быть, это ей поможет. Бабушка, это ей не помогает. Язык, закрой рот. Закрыл глаза. Кошмар. Так грустно. Их не воскресить уже. Это все моя вина. Я сделал эту ошибку. Сам и теперь я хочу отправиться к ним. Ребята, я скоро приду к вам. Я окажусь с вами на том свете. Офигеть, эта история, да, ребята. Такая грустная. Бабушка, я иду к тебе.
Мы вернемся. Мы будем вместе, все втроем, жить на небесах. О, Господи. Бабушка. Надеюсь, это все сон. Посмотрите, у него уже все. Тоже. Яд начинает действовать. У него начинают дрыгаться лапки с другой стороны. Обалдеть. Арчи погибает рядом со своей хозяйкой. Посмотрите, ребята. Я не думал, что это будет такая грустная история. Чем же закончится? Эти истории всегда имеют хороший конец. Приснилось? Кот, ты сознание потерял во время гимнастики? Что? Да, бабка, это что, был всего лишь сон? Да. Ну что, давайте дальше. Танцевать лапки. Танцевать лапки. А собаки с ними не было. Ребята, это... Нет, они все мертвы. Это все причудилось, они призраки. Обалдеть, друзья. Поддержите лайком эту серию. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка Максим, Play Games Family. И на наших новых каналах Валерик Кэт, Влад Алера, Влад Алера играют, Лина Сима, Валеришка Супер Макс. В описании под роликом все ссылки. Переходите. Мы вас очень любим. Любим. И стараемся только для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока. Пока-пока.